Что тут? Деньги в этой системе не проспали, наверное. Я Серегу поднял, блядь. Он сейчас, ну смотри, мы спит, блядь. Он меня вот так, блядь. Просыпаюсь, блядь. Он уснул, блядь. Говорит, делай. Да вот, лежит на магнитофоне. Я вот просто где хотел сидеть, знаешь? Я думаю, попасть. Ну, а ты, это не то. Там куда? Куда есть? Сейчас, короче, грибочки подъезжают к пути. И что, есть, а ты есть? Я их не знаю. Есть. Ну, мы с Геной работаем. Я говорю, ну, летите к Гене. Я слышал, Гена дом купил на материке. Ему сейчас 20 тонн клюна надо усваливать. Бомка закрутить. Свои провера. Тот дядя Муна. Я говорю, да я пошутил, блядь. Это же реклама его заявили. Я говорю, не знаю, может, я не купил, блядь. Хули у него тут Макар сидит, да? Ну, Макар сидит, наверное, на горохе, да? И Гена вообще нет у нас. Сейчас Гена рубит. Ну, вот в принципе, Санька, знаешь, ну, я не сам говорю, в принципе, запросто согласись. А хули там? Ну, не в этом году, так через 3 года, да. Там вот здесь этот груз рыжанский занимается распользованием. Ему зовёт, блядь, его вообще не знает, но он не знает, да, вот нас не балки всегда на. Да. Ну, ты, блядь, тыкнулся, мыкнулся, а даже так, залёт, он не сел, да, и... Просто работает один человек, ну и просто он обрабатывает, ну, все, это у нас деньги постоянно. И берём, блядь, вот берём человека, ну, другого не важно, но это тоже постоянно. А мне-то сколько долларов? Нет, а он сейчас не берёт. Вот, деньги, вот, да, нет. Ладно. Ну, ты, это растение, друзья. Вот разница.